Подошли очередные выходные. Это означает, что время охоты. Мы пойдем сегодня снова охотиться на дикого кабана. Если будет, повезло. Если будет, им не повезло. Окей. Увидимся дальше. Кто говорил, что в Америке дороги нормальные? Да нету дорог здесь. Григорий собирается. Григорий пришел пустой вообще. Хорошо, что он взял. Тут пришлось бы палкой. Ну я с него даже еще не стрелял, просто он только можешь вчера пришел. Засунуть последний патрон. Да, конечно. Давай, заяц сорвет. Смотри, смотри, как мы близко к зайцу подобрались. Я не стреляю, ничего. Смотри, заяц. Он что, какает? Я не знаю. Да ничего, не какает, сиди. Вот тут здесь. Нам надо сидеть и ждать, наверное. Если мы будем ходить, они будут убегать. Вот здесь. Мы пойдем на меня.
Олень был. А? Олень там был. Да? Только налажил, я такой смотрю, почему он пошел. Слышь, по оленю сейчас можно стрелять? Да. В декабре. Можно, если он. Ну и что, как вам охота? Охота. Сколько ты подстрелил кабанов? Если бы сейчас кабана за собой тянули, то было бы плохо. Я думаю, это нас кабаны за собой сейчас тянут. Зато походили, калорий спалили кучу. Ну ничего, горячий. Можно потом целого бейкена съесть, килограмм. Сейчас пойдем, я тебе куплю бейкена. Килограмм. Надо компенсировать. Пожаренного. Ну. Ну, это утренняя зарядка называется. Может, зайца просидеть хотя бы? Да, этим все и кончится, зайцем. Чем? Или какого-то воробья, может, знаем. Больше ничего. Ну что, вот отсюда классно видно, видишь? Вот эта дорога. Может, так пойдем?